Привет, народ! Продолжаем мы постройку нашего аппарата. Он у нас на гидроприводе, электротяге и бензотяге. В данной серии мы будем сюда вот устанавливать мотор 17 лошадей со стартером. Приятного просмотра! Вот это надо вырезать, вот это надо оставить, наоборот я начертил. Все, Серег, режь вот так вот, чтобы она внутрь зашла. Найди молоточек, а? Чуть-чуть стукнуть надо. А так будет? Ты сейчас отломишь. Вот видишь, вот это отпустили низ, понял? Низ слышно? Да, отрезай. Дай-ка еще вот это приводу. Приварю, обожди, Костя. А то потом не поднимешь. Поднимешь. Просто тут мотор, он плита у него ровный, тут надо идеально ровно, чтобы все было. Ну, понятно. Ну, случаев не было, но реально можно оторвать крепление у мотора. На моторе, она дюралевая. Будет, да. Срезай. Положи сверху ради интереса. Практически тут такой, да. А тут вот, если сюда, то это в два раза шире, да? Подкати, подкати. Два раза такая. Ровно в два раза. Все. Вот это? А. Где поставим? Да. Эти колеса у нас примерочные, они уже на каком тракторе подряд? Так, все, фаркоп проходит. Вот я хочу только вот сюда, дай-ка. Один инша вот сюда поставить. А вот эту валу длиню. Еще один инша. Да, и один инша и обычный крепеж. Один правый, другой левый будет, да, получается, стоять. Да, один левый, один правый. И вот тут вот надо где-то их ставить. И так же будет он как двигаться, отключаться. Вал сюда сдвинем. И вот так вот надо обварить. И должно все ровно быть. Верхний виляет, да? Верхний, да, вот так. И что с ним делать? Не, надо, наверное, прихватить мальца, а потом что-нибудь подрыть, да? С одной стороны. Thank you.
Это вот к этому крепежу его придется весь усиливать и делать вот сюда вот такой каркас под этот МШ. А натяжка, ну тут свободно все ходит. Вот, мы его сделаем вот так. Не, натяжка как у нас будет? Вниз. Вот сверху вот сделать, чтобы вниз он натягивался. Вниз. И тогда его надо вот сюда крепить. Вот сюда, на это вот скрепить, вот сюда. Неси рулетку. Серёг! Давай ставим. Кого? Насос. Ну как ты думаешь, на... лучше будет, когда на одном шкиву два НШ? Мы когда-нибудь, мне кажется, дойдем до редукторов, до каких-нибудь. Не, редуктора все это сложно. Звезды, масло, шмасло. Всякие... Переходы эти. Да, это если заводской какой-нибудь. Вот бак сколько делать? Сантиметров 20? Ну, 20 на 20. Сколько объем у него будет? Не знаю. Не, надо не делать не 20 на 20. Надо делать 20 на 40 примерно. И высоту вот так вот. Чтобы из двигателя не выпирал, да? Да, вот если мы сейчас движок сюда подвинем, то у нас тут получится 10 сантиметров бак. Ни о чем. А 10 сантиметров тут в движке 13 торчит. Так, чем движок дальше, все дальше, тем больше грузоподъемность. Ставь. Ровно? Не ровно, да? Вот. А вот так? Ровно? Да. Вот середину вот так варим сейчас. Сколько здесь? Сантиметр. Вот ослабить? Можно за мотузок. Да свободно все хватает. Натягивай. Все. Здесь ограничитель сделаем, чтобы сюда не било. Так, друзья, здесь надо делать какой-то отвод под 90 градусов. Вот этот вот металл тонкий, сюда сделаю с троечки пластинку, в нее вставлю болты и приварю, потому что, мне кажется, он будет вибрировать, и резинка это не удержит, будет постоянно соблиться. И сюда также надо сейчас привести горловину поставить. Многие пишут про тандем. Тандем — это два насоса, два НШ, например, 10-10, 10-16, ну и другие там. Даже есть три насоса. Друзья, пишите вы это все хорошо. Вот если тандем с двух десяток, то он стоит 15 тысяч рублей. Если мы делаем самодельную вот такую штуку, вот вам и тандем. Вот вам и тандем. Здесь, грубо говоря, 2800, 2800, 1500, ну шкив 500 рублей, 1000 пусть. Все, вот так вот я в следующей серии, пока я это ничего делать не буду. Я сейчас, мне на данный момент надо купить все шланги, подсоединить. НШ-10 у меня на электроприводе, вот он стоит. Он все подсоединен в систему.
Теперь мне надо вот сюда вот поставить тройник и сюда соединить еще подачу от бензинового двигателя. И, кстати, вот я что-то сейчас думаю, если, например, электрический двигатель не будет работать, то масло пойдет и в распределитель, и пойдет в НШ. Вот сальники не повыбивает, интересно, на нем, потому что они же должны или этот работать, или тот работать. И также мы с вами попробуем, чтобы все два работали. Ладно, будем пробовать, все это будет в следующем видео. Примеряю здесь сейчас передние стойки, но пока ставить я их не буду. Нам надо с вами испытать. Нам надо сейчас теперь подсоединить все НШ, зарядить нам аккумуляторы, чтобы в следующей серии мы смогли покататься на электротяге, покататься на бензиновой тяге и соединить все это в кучку и попробовать, как он будет ехать на бензине и на электро одновременно. Я думаю, это будет очень интересное видео, как для меня, так и для вас. А на сегодня у меня, друзья, пока все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.